Доброе всем утро! Сегодня 23 марта 2023 года, четверг, город Харьков, на улице плюс 4. Сегодня солнечная погода, небо ясное, голубое, красота. Правда, ветерок есть, небольшой, но ощутимый, прохладный. Солнышко сегодня встало в 5 часов 32 минуты, зайдет солнышко в 17 часов 52 минуты, долгота дня сегодня 12 часов 20 минут. Прогнозу синоптиков сегодня температура у нас должна подняться до плюс 17 градусов. Конечно, посмотрим. Я постараюсь снять вам маленькое видео для того, чтобы вы увидели, что на самом деле. Ну что, сегодня хорошая погода. Сейчас еще утро, поэтому переживать, я думаю, не стоит. Вот красота просто. Вот сидят на боярышнике нашем воробушки, чирикают. Там уже параллельно под нашей крышей вьют гнезда. Ну, то есть класс. Весна в разгаре. Вот так вот. Так что всем хорошего дня сегодня, хорошего настроения. Ну, скоро выходные уже, и начнутся наконец-то весенние каникулы. Короче, всем пока!